Всем привет, всем здравствуйте. Ну что ж, сегодня я хочу выложить свой очередной проект, который я вышиваю. Давно я не выкладывала, но я, как говорится, если я вышью два ряда через 12 дней, то я выложу. Вот. Ну что ж, на моей работе уже появились цветочки. Появилась кружка, это чашка кофе. Мне работа очень нравится. Я вышиваю ее по утрам. То по 200 крестиков, то по 300 крестиков. Но все равно мне эта работа нравится. И смотря на улицу, такая погода меняется. Сегодня сейчас теплая погода. Потом будет опять мороз, потом опять тепло, потом опять мороз будет идти. Вот такой погод, вот такой я вышла. Посмотрите, видите, вот она у меня. Вот. Поэтому мне очень-очень нравится ее вышивать. Вот. Ну, я просто рассказывать не буду, чтобы вы мою работу видели. Поближе подойду, сейчас смотрите, какая она красивая. Ой, вот такие дела. Вот. Так что через каждые два ряда буду вам показывать, чтобы что-то отшилось. Когда это один ряд, это еще там будет, ну, как говорится, маловато. Вот когда второй, два ряда, это уже более-менее нормально. Получается, что один ряд вызывал жизни, второй ряд жизни. Получается 12 дней, то бишь два ряда, да, через 12 дней получается. Смотрите, если через 12 дней получается, смотрите, сегодня какое число, но сегодня 22, 23, 24, 25, 26, 27, 6 дней, потом 28, 29, 30, 31, 1, 2, где-то вот 3 января. Вот такие дела. Вот так что мне эта работа очень нравится. Я ее вышиваю. Она мне очень-очень нравится.